коронавирусные вакцины, вот Pfizer и Moderna, являются первыми, которые вот так массово сейчас применяются на людях. Поэтому экспериментальные платформы вакцинные, они мало изучены. Угу. Поэтому и к ним должен быть гораздо более аккуратный. И именно поэтому, так сказать, испытания проводятся так, несмотря на вот эту всю экстремальную ситуацию, они проводятся очень дотошно и выверенно и продуманно. И, к сожалению, вот, так сказать, тот процесс, который избрали разработчики вакцины в России, он как бы, с моей точки зрения, совершенно без всякой нужды, они это запороли, грубо говоря. А как запороли? Как? Запороли так, чтобы, надо было провести эти испытания. Совершенно не было никакой необходимости кричать, что мы первые. Да, поторопились, чтобы, то есть, решить да. какие-то свои проблемы публичные. Посмешишь людей, насмешишь. Да. Во-первых, они не были первыми. Первыми зарегистрировали, таким же образом, я в кавычки беру, зарегистрировали китайцы еще в июне месяце. Одну из своих убитых вакцин. И начали ее такое применение. Поэтому говорить, что это вакцина первая, это просто лукавство. Это, во-вторых, зарегистрировали, что бумажку выдали, да, но вообще-то говоря, когда люди говорят, регистрируется вакцина, значит, уже есть какие-то информация о ее эффективности. Информации об эффективности не было. Была информация о том, что эта вакцина вызывает иммунный ответ, который можно померить в пробирке, в каких-то лабораторных тестах. То есть она, безусловно, они обнаружили, что эта вакцина вызывает образование антител, которые могут связаться с вирусом. Но это не означает, что они, что эти антитела будут защищать. Они обнаружили, что эта вакцина вызывает стимуляцию клеток иммунных, которые потенциально могут быть полезными в защите от вируса. Но опять же, данных о том, что вот эта вакцина защищает, нет. И надо сказать, вот, так сказать, большинство людей, многие даже из ученых, не вполне осознают себе, отдают себе отчет, что иммунный ответ – это палка о двух концах. Потому что вот вы упомянули, например, аллергию. Да? Аллергия – тоже иммунный ответ. Это иммунный ответ, гипертрофированный такой, совершенно какой-то через избыточно сильный ответ на какие-то вещи, которые не так уж и страшны. Вот у вас может быть аллергия на какие-то пищевые продукты, на какую-то пыльцу. В общем-то говоря, пыльца никому никакого вреда не приносит. Но организм распознает это как чужое, и вот получается такой вот усиленный ответ, который наносит больше вреда, чем пользы, понимаете? Поэтому очень часто, бывают такие случаи, когда, например, вакцина вызывает неправильный тип иммунного ответа, такого, как бы, я условно говорю, аллергического характера, который вместо того, чтобы защитить вас от болезни, делает болезнь более тяжелой. Такие примеры были в вакцинологии. И поэтому сейчас уже наученные горьким опытом, вакцинологи очень аккуратно к этому подходят. Они говорят, окей, вы показали, что эта вакцина вызывает иммунный ответ, это хорошо. Но, во-первых, вы должны показать, какого типа иммунный ответ. Но самое главное, вы должны продемонстрировать, что это просто людей защищает от болезни. И это единственное, что имеет значение. Мне, например, абсолютно безразлично, есть у меня антитела или нет, если они меня не защищают, это мне, как говорится, ни холодно, ни жарко. И такой какой-то дилетантский подход к этому вопросу, как я бы сказал, шапка закидательства, сказать, что, о да, у нас мы привели 20 человек, и у них образовались антитела, значит, все в порядке, можно считать, что вакцина работает, это неправильно. Это, так сказать, с научной точки зрения абсолютно, так сказать, не выдерживает никакой критики. В этом смысле, конечно, так сказать, они поторопились, видимо, кто-то, так сказать, в цепочке начальства решил, что они тут сейчас какие-то заработают политические дивиденды и, так сказать, станут первыми в мире, запустят спутник и так далее. Но в результате они насмешили весь мир, и сейчас, конечно, доверие к ним резко упало. Впервые в мире зарегистрировано вакцина против новой коронавирусной инфекции. По результатам экспертизы данных клинических исследований, эксперты Министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Центром имени Гамалея Минздрава России. Россия готова оказать ООНовцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности,
предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним без участия. Вы видите, вот они предлагали вакцину в разные страны, там в Турции, они посмотрели на все это и говорят, ну, слушайте, у вас нет никаких доказательств, что эта вакцина работает, а если она не работает, это не вакцина. И постепенно как бы люди понимают, что, собственно говоря, доверия к таким разработчикам не так много. И я повторяю, я думаю, что эта вакцина, наверное, достаточно хорошая. Угу. Несмотря на все там потенциальные проблемы, у меня нет никаких оснований сомневаться в ее качестве. Но то, как это было сделано, было совершенно не нужно. Это, знаете, как вот в Америке тоже говорят, выстрелили себе в ногу. Хай-джек! Вместо того, чтобы спокойно сделать и заработать авторитет, и действительно, может быть, начать продавать ее во всем мире, может быть, действительно поднять на новый уровень репутацию, так сказать, российской науки, вот получилось такой, так сказать, конфуз.